Видим, человеку необходимо от 7,5 до 9 часов сна в сутки. А это равно 5 или 6 циклам по 90 минут каждый. Спать полными циклами очень важно. Если по какой-то причине вы проснетесь в середине цикла, то будете чувствовать себя так, будто вообще не спали. Если у вас проблемы со сном, и вы ставите себе будильник, а потом переставляете его по несколько раз в попытках еще чуть-чуть поспать, вы просто обесцениваете последний цикл. Прервав его, вы крадете у себя 90 минут сна, и в итоге чувствуете усталость прямо с самого утра. Наберитесь мужества вставать с первого раза, и желательно в одно и то же время, и скоро вы заметите, что просыпаетесь за несколько минут до срабатывания будильника. Ваши внутренние часы подгонят ритмы таким образом, чтобы 90-минутный цикл сна закончился именно в этот момент. Ложитесь спать таким образом, чтобы спать кратно 90 минут. Так вы избавитесь от необходимости ждать засыпания и поможете внутреннему будильнику вовремя срабатывать. Без полноценного и качественного сна, ярких и тем более осознанных снов даже не ждите. Хотите взять под контроль сны? Позаботьтесь о том, чтобы времени на них было достаточно.